Да. Інколи, розповідає, окупанти виводили в'язнів подихати на двір, але з мішком на голові. Іноді випускали во двор, но з мішком на голові, подышати. Не знаю, чтобы страшнее это все звучало, нужно было сказать, иногда оккупанты выпускали нас во двор, подышать воздухом, но с противогазом на голове. Причем вот этот вот хобот противогаза был очень плотно завязан. Русские топили просто камеру, да, чтобы было тепло.